В Николаевской области, в городе Новый Буг, обрушилось здание школы. Накануне на стене учебного заведения появились трещины. Директор вызвал руководство района и местных депутатов на срочное совещание. И в буквальном смысле на глазах у чиновников часть здания рухнула. Рухнули перекрытия всех трех этажей. Пострадавших, к счастью, нет. В области создали чрезвычайную комиссию, которая расследует причины этого обвала. Губернатор Алексей Савченко с утра разразился гневным постом в соцсетях, дескать, вся ответственность лежит на местных чиновниках и дирекции школы. Якобы деньги на ремонт выделялись, а здание вдруг развалилось. И нашел решение проблемы. С 1 сентября дети в этой школе учиться не будут.